Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмишплей, меня зовут Иван, и мы с вами начинаем новую игру Far Cry 3. Уже играл я в эту игру, это одна из моих, в принципе, любимых игр, в принципе, вообще, подожди, что такое, авантюрист, выживший, уровень сложности. Очень-очень она мне нравится, очень давно я играл в нее последний раз. Вот, мне что-то пошло сейчас, пошло что-то вот метро я играю, что-то вот на Far Cry 3 мне захотелось поиграть. Это все почувствовать себя счастливым. То есть эти игры когда-то делали меня счастливым. Я решил, что надо попробовать еще раз. Пойдем на выживший. Средний уровень сложности, я думаю, что нам подойдет. Понятно, что графика уже не та, что раньше казалось. Это просто отвал башки, отвал всего. А сейчас, скорее всего, будет казаться немножко по-другому. Но очень хочется снова испытать ощущения от этой игры. Обязательно потом посмотрим, что посмотрим. Какие-то там есть DLC, которые расширяют немножко сюжет Far Cry 3. Не играл, поэтому будем, скорее всего, потом покупать, тоже смотреть. Где его носит? На кредитку папы. Мою кредитку. Боже, я не бился в буту с 20 лет. Сразу пошли какие-то флешбеки просто. Все так хорошо начиналось и так плохо потом закончилось. Идем. Он нахрен отрубился. Держи дверь. Йоу, Джейсон, сюда. И все, и насколько я помню, вот... Да. Да. Прыгайтесь с самолетов. Летайте, как птицы. Я говорил тебе, что такое безумие. Безумие — это открыть все вышки Far Cry 3. Реально клевое. Так, что у нас здесь? Грант. И Джейсон. Из Калифорнии, да? А? Надеюсь, папа с мамой очень-очень любят вас. Ведь вы, детишки, с виду очень ценные. И это хорошо, я люблю ценные вещи. Прости, что ты сказал? Что ты сказал? Ты хочешь, чтобы я нарезал тебя, как твоего дружка? Заткнись, блядь! Окей? А какого дружка? Только у меня здесь член! Никто ж вроде не должен. Смотри мне в глаза! Умереть. Эй! При определенных. Смотри в глаза! Обстоятельства. Я тут царь и бог. Заткнись, сука, или сдохнешь. Что такое, Джейсон? Джейсон, что не так? Почему ты не смеешься, как в небе? Больше не смешно? Я тебя не радую. Знаешь, смысл в том, что там ты думал, что у тебя есть шанс. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватил судьбу за вертлявую жопу. Но, брат, тут внизу. Облом. Ладно, я спокоен. Я расслаблен. И ты, и я, и твой крутой брат. Повеселимся, пока ждем деньги. Перестань пугать заложников. Выйди и разберись с возвратами. Я надеюсь, что вы, овцы, прикольнее, чем ваши друзья. Та-дам. Пока. Приятного отдыха. Надо включить субтитры. Я все это время ждал, пока он договорит, чтобы поискать, где включаются субтитры. Так, нет. Изображение, скорее всего. А, вот, язык субтитров, пожалуйста. Дайте мне, пожалуйста, русский язык. Вот, все, давай. Рюкзак, путеводитель. Ой, надо все вспоминать. Надо... Тут рюкзак есть, я не помню рюкзак вообще. Я помню, татуху надо будет потом убить какую-то. Со временем игры. И очень-очень много вышек открывать и баз раскурочу. Все открою вышки и все базы раскурочу. Мы будем этим заниматься. Мы будем вот прям по классике пылесосить всю карту. Сука. Так, это если что, брательник. Это брательник Джейсона. Ранен? Вроде нет. Вроде как в армии он служил, нет? Надо найти других. Да, да. Согласен. Сейчас. Позови. Что? Охрану. Давай.
Эй, сюда! Ты чё? Заснулись быстро, оба! Чёрт! Охренеть, он мёртв! Вот чему учат. Да, я говорил, что он служил. Все, открывай клетку, валим. Знаешь, это же такая сомнительная смерть, конечно, эти бамбуковые веревки. Ой, веревки, палки. Пушку прихвати. Пушку. Ладно. С пушкой потом разберемся. Ой, какое управление. Фу. Ужас какой, как плохо отзывается на геймпад. Это какой-то кошмар. Я не знаю, может чувствительность чуть побольше, поменьше. Блин, ну это надо прям привыкать. Блять, Джей, ты как? Ладно, привыкну. Да, я в норме. Ой. Еще ниже. Пошли. Надо будет, наверное, потом клавиатуру с мышкой, что ли, подключить. Я не знаю, это ужас какой-то просто. Отвратительно. Чушь. Обзор, верно. Именно обзор. Чего мне врать? Ты ведешь себя как болван. Он торчок, а родители у него богатые. Мы получим за него больше денег, чем за остальных. Кстати, кабаны всеядны, могут людей съесть. Скорее всего, здесь... О, да, это ж череп лежит, да? То есть можно реально труп кинуть кабанам, они съедят все мясо. Представляешь? Это факт научный. Это дерьмо. Кстати, я его подчерпнул... Куда нажать? Датчик обнаружения. А, окей. Я этот факт подчерпнул в этих книгах. О, в книгах, господи, в фильмах. Да, в книгах тоже про это слышал. Ждем. Они позже залаяли. Я вообще стоял на месте. Все, нас сейчас спалят. А вырубить нет, а коллаж забрать. Я бы, наверное, постарался вырубить. Ну ладно, он, скорее всего, просто хочет по-тихому идти, и все. О, ты посмотри, сколько здесь этих. Всяких шмоток разных. Но они прям профессионально промышляют. Бери шмотки и карту. И телефон тоже. Они прям промышляют похищениями. Ну, прям профессионально зарабатывают на этом. Все, я все взял, погнали. Идем дальше. Глаз чешется. Стой, что? Черт, нам нужно убрать его с пути. Брось камень туда. Ладно. Так, бросьте камень. На эту кнопку. Цыц. Что за? Ладно, есть. Идем. Хорошо, я иду. А, черт, чувак. Че ты очкуешь, Джейсон, Валь? Кто это? Марк? Чёрт! Грант! Да какого хуя? Охренеть! О боже, я не смогу, Грант! Джей, слушай. Мне не найти Лизу и Райли, и других без тебя. Соберись. Ладно? Ладно, извини. Чё ты не сможешь? Ты либо, ну, умрёшь здесь, либо сможешь, всё. Вы плакали, ещё плакали... Это вас? Нет, это нас. О боже, как же их много. О, черт. Это тот псих. Времена меняются. Хоп, и все, уже проехали. Вчера мы получили звонок, блядь. Звонок, никто не хочет платить за вас. Мы пустили в номере, ждем. Слышим голоса, думаем, конец нам. А тут она заходит еще с парой подруг. Иди. Ночь развлекались. Быстро. Прячься в кусты. Самое лучшее мое помещение. Хорошо. Кстати, походу, необычные кусты. Листики какие-то очень моя любовь, узнаваемые. Нам нужно обойти его. Что угодно, тебя брось никто не остановит. Если у тебя куда? Есть эта пушка, можешь приставить ее к чьей-нибудь голове, и он сразу поймет, что ты очень серьезный человек, и покорится тебе. Вот увидишь. Все. Пошли. Давай, давай. О, работать для меня сплошная выгода. Нет, зачем ты вот хорош? Ой-ой-ой, зря вставал. Спокойно. Я бы, конечно, в рифму ответил, но я стараюсь меньше материться, поэтому не буду. Поэтому не буду говорить в рифму, где вы.
согласен. Слушай, а неужели вот экономически или финансово выгодно похищать людей? Ну это ж какая морока. Это нужно, ну, как-то их содержать, заплатить. Люди для этого нужны. Люди тоже хотят зарабатывать. Мне почему-то кажется, что это финансово вообще невыгодное дело. Ну, то есть прям... Ну, массово этим заниматься. Понятно, что там соберешься, похитишь кого-нибудь, заработаешь этим раз выкупом. Не надо было прыгать наугад. Я обещал отцу, что вы еще и самолеты наугад бахнули. Ну, молодцы. Тут есть где Релли? Мы с тобой найдем его и освободим остальных. А потом домой. Грант! Все. Минус Грант. Нет! Держу, держу, держу. Не умирай, Грант! Опускаешь меня? Прошу, не умирай! Улыбаешься? Что, держись, Грант, держись! Боже, боже! Силом, братом, и улыбаешься? Нет, нет, нет! Ты, блядь, что, улыбаешься? Я держусь. Грант! Грант! Но Гранта не спасти. Не, респект тебе! Даю 30 секунд. Если не джунгли тебя сожрут, то я. Иди. Ты, бля, оглох! Давай уёбывай, сука, беги! Беги, Форест! Беги! Беги, Форест! Беги! Блять! Стоит прям бежать изо всех сил, Джей. Ну, если все правильно обыграть, кроме Гранта больше никто не погибнет. Если все правильно обыграть, опять же. Всегда есть шансы как бы на плохой исход. Все, сломал ноги, и его споймали. Не, к управлению надо привыкать, это просто какой-то ужас. Понятно, что ты через экран не ощущаешь, но вот как это назвать? Отклик. Отклик геймпада, ну, вообще какой-то просто пластмассовый, я не знаю. Не знаю, как это передать. Опа, прыжок. Но это ужасно. Или я привыкну, или я что-то с этим сделаю. Воу-воу-воу. Хорош. Так, а за мной что там, медведь какой-то был? По звуку вроде медведь за мной бежал. Давай-давай-давай-давай-давай. Ну ты чего? Заберись по лианам, я нажимаю прыгнуть. А, вот. Справа не хотел. Надо было левее чуть заскочить. Наверху! Наверху, наверху. Так, переберитесь через... Я должен найти Ралли, остальные. Джунгли. Пробегитесь, скорее всего. Пусть они будут живы. Тревога! О! Я нажимаю явно быстрее, чем надо. Я нашел его! Пожалуйста, первый фраг. Все. Нож забери. А не? Все, Джей. Все, назад дороги нет. И ты уже это сделал. Какой ненадежный мостик. А что это будет? Меня нашли. Тоже интересно. Они решили мост перебить. Хотя, прям, ну, в открытой мишень была просто. Бежал и негде было спрятаться. Было бы, конечно, надежнее его так хлопнуть. Когда-то Ubisoft делала хорошие игры. Это было очень давно. Нет, потом они начали делать по одному и тому же шаблону, и всех это просто, ну, всем это надоело. Поэтому... Ну, я их не осуждаю, я понимаю. Если что-то работает, не надо это переделывать. Но, вот, к сожалению, когда-то это было прям шедевром. Было, в смысле, это и сейчас шедевр. Это все равно... Это вот... Я пошел по играм... Из своего списка вот прям из любимых. Может быть, даже когда-нибудь и в Call of Duty поиграем. Моя самая, в принципе, наверное, любимая игра за все времена — это Call of Duty Modern Warfare 1. Просто это была... Ну вот прям реально одна из первых игр, в которую я, в принципе, играл на компе. Прошел ее раз 30. Ну, прям очень много. У меня она есть, но ремастер, правда. У меня на приставке есть Modern Warfare и Modern Warfare 2. И, наверное, новый Modern Warfare тоже есть. Ну, который как-то ремейк, ремастер. Но мне не очень понравился. Мне те части оригинала больше. Что за черт? Татуху тебя хлопнули, пока вот трубки валялся. Ты проснулся, но не полностью. Рука обездвижена, чтобы сделать татау. Татау.
Плавать в бурю — храбрость, но загорать на пляже с пиратами — безумие. А ты что за ножичком тянешься? Ты вправе забрать мою жизнь. Но и я вправе забрать твою. Это прям, да. Все справедливо. Я Деннис. Деннис хороший мужик. Бангау. Лаба-лаба. Цапля, акула и паук. Я знаю, кто ты, Джейсон. Ты воин. А Татау позволит тебе раскрыть твою суть. Всегда полностью Татау набивал. Каждый раз, когда проходил. В этот раз будет не исключением. Мы набьем полное Татау. Мой старший брат убит. Мне надо найти младшего брата и еще нескольких друзей. Идем. Ты мне поможешь? Тебе не понадобится ничья помощь. Джейсон, я освобожу тебя. А чё субтитры неправильно написаны? Видимо, как-то субтитры перевели, а потом озвучивали. Ну ладно, я придираюсь. Вообще, это озвучка, и субтитры тут есть. Все есть для прекрасной игры. Я нашел тебя на берегу. Прошу, в деревню Манаки. Красиво тут, а? Очень. Я, кстати, хотел бы в таком месте побывать. Ну, без похищения. Я привел сюда Джейсона Броди, человека, который сбежал из лагеря Васа. А, ты еще погромче покричи, где я прячусь. Твой побег — знак того, что расклад сил поменялся. Нашим людям нужны добрые вести. Так, это твой народ? Остров призывает сильнейших. Он призвал меня. Тракиат, жители острова, приняли меня. И я стал членом их племени. Симпатичная, правда? Красивая, даже очень. Я мог бы выбрать любую из них, но моя душа принадлежит одной. Вот. Деньги на оружие. Вот это мне нравится. Ты же хочешь спасти брата, да? Хороший мужик. Я раньше ни в кого не стрелял. Ну, ножичком только чикал, ну ничего, научишься. Как там говорят в Америке? Все когда-то бывает в первый раз. Какая-то мысль была у меня в голове, хотел ее сказать, но они между собой общались. И я забыл мысль, подумал, ну сейчас, типа вот. Надо было ее записать, что ли? Я не знаю. Ладно, давай посмотрим на желаешь купить? Магазин. Удерживайте для использования. А магазин-то особо и не поменялся, да? Новых пушек особо не добавили. Так, мы ставим сюда. Можно что-то продавать, включай, можно что-то покупать. Вышки. Если не включишь, я не смогу заказать снаряжение из дальних деревень. А там, поверь, есть первоклассная снаряга для тебя. Пойдем радиовышку включать. Отлично, пойдем. Здесь силы исходят из джунглей, от острова. Ты должен узнать землю. Надо знать, где ты стоишь. Вышки нужны Васу, вон они, чтобы видеть карту острова и своих людей. Мои любимые вышечки. Шифраторы блокируют доступ. Нашим людям эти устройства ни к чему. Новое бесплатное оружие, кстати, покупайте в магазинах и убежищах. Но если вы активируете, оружие станет бесплатным. Ты прикольно. Можешь получить из них ценную информацию. Да, шифратор наверху. Каждая вышка покрывает какой-то район. Заберись на все вышки и откроешь всю карту. Погнали. Вот с этого когда-то начинались игры. Блин, что-то я хотел сказать. Я рассказывал тогда про Call of Duty. Бля, Иван, вспоминай. Ну вообще, у меня просто вылетело из головы. Короче, я не знаю, что-то я рассказывал про Калавку, но... Может быть, ну давай так, продолжу мысль, что... может быть, все-таки в нее тоже поиграем. Она очень сюжетная, очень достаточно короткая. Я же говорю, проходил ее раз 30, чуть ли не наизусть знаю. Поэтому, может быть, рубанем. Что-то вот сейчас меня поперло на такие мои вот старые игрушки. Наверное, это радиовышка. Да что? А ну что это еще похоже? И осталось только придумать, как туда залезть. Я помню, были прям такие, ну,
вымученные радиовышки, которые прям тяжело, тяжело поддавались. О, тихо. Там кто-то шипел. О, змея. Слушай, а как здесь вообще? Есть какой-нибудь автоприцел? Ой, автоприцела нету. Плохо. Это будет, конечно, плохо. Это будет прям супер стрельба. Ограбить контейнер. Я его нашел, я его не граблю. Это, ну, честно заработанные деньги. Кстати, интересно, а вот активируйте это, я знаю. Подожди, дай мне, пожалуйста, настройки. И есть ли здесь в игровом... О, автоматический прицел в кыл. Сбросить вон уровень сложности. Значок карты. Все в кыл. Может быть, он просто на эти, на зверей не реагирует, а только на врагов. Ну ладно. Хотя змея тоже враг, она красненьким подсвечивалась. Я очень аккуратно сейчас залажу, потому что, ну, есть у меня подозрение, что я могу отсюда свалиться. Есть у меня такое маленькое ощущение, что я могу... Не смотреть вниз. Не смотреть, да, лучше, Джейс. Джейс, лучше не смотреть вниз. А то ты увидишь весь этот графоний и начнешь разочаровываться в игре. Но не график определяет хорошую игру. Так, здесь дырки нету, все хорошо. И надо что-то там переключить. А, еще выше залезть. О, подожди, я думал, я уже наверху. Ой, тут надо убивать животных. Надо собирать шкуры, чтобы открывать прокачки. Я помню, чтобы там несколько пушек с собой носить, надо это прокачать. Ну, то есть это прям, это... Да, это долго, это все долго. Не помню, в пятом Far Cry была такая тема или не была? Но это все пошло отсюда, вот. Вот он, прародитель. Ты смотри, как это все... Это шикарно, этой игре очень много лет. Очень много лет этой игре. Блин, сколько лет, интересно, Far Cry 3? Ты представляешь, сколько лет назад? Сейчас скажу, сколько. Так, Far Cry 3. Да, тут ты мне какой-нибудь поставишь? Покажешь? Сколько лет Far Cry 3? 2012 года! Бля, я еще школу тогда не закончил. Ну, ты понимаешь? 2012. А сегодня у нас 20... Какой? 4? 12 лет игре? Охренеть. Ну, ты понимаешь, это просто, ну, сумасшедший... 12 лет. Боже мой, так... Если, ну, человек родился 12 лет назад, ему сегодня 12 лет. Славно прокатился. Это уже взрослый человек. Удачно. Почти. Отлично. Покажи карту. Что? Откройте карту с помощью этого. Окей. Видишь, все, что тебе нужно знать, было открыто радиовышкой. Лавки, приключения, остров зовет тебя. Ща будем приключаться. И, как ты, Джейсон? Торговцы не местные. Теперь в бесплатном магазине. Они используют радиовышки в работе. Пистолет. Они дадут тебе оружие за каждую свободную вышку. Воин охотится. Так и издавна заведено. Вот карта. Выбери угодья. Доверяй инстинктам. Общество научило проигрывать. Не природа. Здесь. Так, чтобы спасти друзей, нужно познать джунгли. Шкура зверя позволит тебе нести... Много снаряжения и оружия. Надо растения сразу сейчас разобраться. Позволит создавать действенные лекарства. Хотя бы две пушки таскать. Обостряют чувства. Иди. Вернешься ко мне, когда преуспеешь в джунглях. Спасибо. Что это значит? Что мне делать? Слушай инстинкты. Так, подожди. Подожди. Это выживание. Реликвии. Где путеводитель? Наверное, тут? Секретно, люди. Мне нужно рецепты посмотреть. Боже, как посмотреть рецепты? Рюкзак, может быть? Так, ладно, давай пока пойдем строго по квестам. Подожди, а что это у меня тут? Бриллиантик. Он был закрыт? Все, бриллиантик пропал, хорошо. Так, тырим тачку. Ну, как тырим, ее можно брать, они как бы, ну, доступны, пожалуйста. Удерживайте для использования. Единственное, что мне не нравилось всегда от первого лица ездить. Ну, вообще, я стремновато. Всегда стремновато в играх летать от первого лица. Но это вообще фишка всех Far Cry. Так, аккуратно.
Я никого сбивать не хочу. Пока. Потом, конечно же. Скорее всего. Чик. Чё там у меня за бриллиантик еще один? Что за алмаз тут лежит, а? Так. Как-то на юбке пахнет, нет? Это пещера, что ли? С этой стороны пещера мы достанем сейчас алмазик. Понятно, что потом эти алмазики не особо нужны. А, мне надо вернуться назад еще ее. Ладно. Я думал, это будет как-то быстро. Ну, куда я? Ну, покидаю я зону и покидаю. А, пещера. Я, конечно, знал, что здесь что-то будет. Кого наебать хотели? Кого вы хотели обмануть? Я в эти игры играю уже. Много лет. Очень. Ты чё? Фонарик где-то достал. Молодца. Так, вон. Вон алмазик мой. Мы поплывем дальше. Я думаю, может и там что-то еще будет интересное. Да, вылезь, пожалуйста. Как вылезти? Да ты что выключил? Блять. Не пугай меня. Еще с таким звуком выключают, как будто я на мину наступил. О, 28 баксов. Да. Ради 28 баксов мы потратили столько времени. И еще неизвестно сколько в финале. Да выключаешь ты зачем? И сейчас дальше пойдем пешком. Ну, тачку-то я бросил там. Я сейчас где-то, не знаю, выплыву где. Не, он светит. Есть какой-то фонарик. Но здесь практически, ну, только на светлое пятнышко это ориентируйся, все. А можно нырять? О, можно нырять. Вау. А где воздух? Не надо мне проваливать задание. Сейчас я все вернусь. Блять. Так мне заново сейчас все сделают. Открытый мир. Открытый мир. Блин, и опять алмазики сбросил. Ладно. Хорошо, за теми 28 баксами мы слазим в следующий раз. Обязательно. Сгоняем просто сейчас именно прям по квесту. Прям по квесту. Все. Полетели. А вот, кстати, тачки здесь очень приятно рулятся, на самом деле. Ну, то есть... Ну, я еще в зоне задания, правильно? Я ж никуда не покинул его. Блин, алмазиков у нас разбросано. Здесь? Граната! Ну, конечно, надо их собирать. Мятая пачка сик. Что за звук был такой? Сейчас прикол такой, находишь шкуру кабана. И тоже еще вопрос. У меня как бы, ну, именно пистолет. Опять еще какие-то пещеры. Так, 114 метров туда. Давай пробежимся. Потому что есть такое подозрение, что я уже почти в зоне задания. Найти растения и животных. Красный лист, зеленый лист, кабани, шкуры две. Зеленые просто. Ну, листья вообще просто собирать, они на карте отмечены. А кабана надо охотиться. Я не помню как, правда. Есть какое-нибудь зрение там охотничье, нет? Когда они подсвечиваются. Или тепловизор какой-нибудь. А вон же кабан. Спистик от пробью его, не пробью. Тихо, Джейсон, спокойно. Надо поближе подойти. Я с такой дистанции как бы, ну, могу промазать чуть-чуть. Мастерство охотника, смотри. С пистика один раз гол. Ну и, конечно же, он не умер. Или умер. Не, охотиться с пистолетом это очень, конечно, было смелое решение с моей стороны. Минусанул одного. Попался. Шкура кабана. Одна, мне надо две.
И, кстати, синие листики я до этого находил. Что, прям нырнуть? А те на поверхности были. Спасибо. Так, все. Еще одну шкуру ищем. Быстренько. Я понимаю, что есть специализированное приложение для этого, но нам здесь надо как-то без них обойтись. Я слышу, ты хрюкаешь где-то. Сейчас по звуку определю, где. Я еще в положении таком невыгодном нахожусь. Пойдем алмазики пока. Опа, очки. Ну, я его подсветил. Я его хотя бы подсветил. А чё ты сбросил подсветку? Ладно, перезаряди быстрее. О, во, это другой. Я тебя устроил. Это просто ужас какой. Это очень плохая охота. Все, есть шкура. Сейчас алмазики соберем и двинем. Не, ну здесь кабанов уже было просто миллиард на самом деле. О, я могу быстро переместиться, подожди. Быстрое перемещение. Откройте карту, выберите значок. Мгновенно переместитесь. Блин, я, может, хотел... Ну ладно, давай мгновенно переместимся, потому что меня научат. Надо же пройти сразу обучение. То есть ты проходишь обучение... Не, не на ту кнопку нажал. А потом уже играешь как следует. Деревня. Быстрое перемещение. Даже не написано было. Просто кнопку нажимаешь и все. Это что такое? Боеприпасы. Это у меня столько всего доступного. Пистолеты. Изменить есть. И магнум 900 баксов. Пистолеты, пулеметы, дробовики. Подожди, у меня что, все оружие здесь открыто? Калаш 300 баксов. Может, калаш купить? Не, ну это не прикольно. А почему она открыта все? Это типа из-за того, что я какое-то эксклюзивное издание купил? Оно должно было появляться по ходу игры. Должно было появляться. Наверное. Ручная пушка. 44-го калибра. Холодное оружие разное. Могу что-то продать. Не, подожди, я не знаю пока. Пока не знаю. Туда... Ну, денег все равно нету туда лезть. Калаш только, если я, наверное, куплю, скорее всего. Калаш может пригодиться. Подожди, желтый лист вижу. У меня желтого нету. Есть синий, красный и этот. Очень похож... А, рюкзак переполнен. Очень похоже на Far Cry Primal. Ну, мы же видели, что это подобные листики собирали, там все... прокачивались. Графуни, кстати, прим... Подождите, Far Cry Primal это же есть, как DLC к третьей части. Теннис. Одни и те же годы. Животные у меня. Класс. Подчини природу своей воле. Я научу. Показывай, как это прокачиваться. Вот. Создание предметов. Теперь используй растения и приготовь снадобье. Класс. Есть, изготовить. Простой рюкзак. Изготовить. Есть, нужно две. А, подожди, а что ты мне рюкзак не хочешь сделать? Я и выйти не могу. Да, Джейсон, ты можешь найти более сильные надо было две растения сделать. В лесах. При удаче. Теперь используй шкуры убитых животных. Тапир. Чтобы нести теперь больше вещей. Теперь нужна шкура тапира. Поможет носить больше оружия, денег, трофеев и снадобий. Да. И еще татау на руке. Знак того, что ты особенный. Что у тебя душа воина. Ты отправился по пути. Я покажу тебе, как добавлять их. Каждая татау означает навык. Ты можешь выбирать навыки в трех разных областях. Теперь я научу тебя захвату.
Ну, я точно давай бесшумное убийство, потому что, скорее всего, буду очень много стелсить в этой игре. Готово. Когда с каждым навыком ты станешь сильнее, Датау вырастет. Ты выбирай. Так, и что у меня еще есть? Рассчитайте время взрыва гранаты, удерживай. Бросьте ее, чтобы она не взорвалась у вас в руках. Нажмите, чтобы провести подкат. Давай подкат сделаем. Хорошо, Джейсон. Вот и появились татушечки. Татау. Татау, простите. Татаушечки. Татаушечки, буду так называть. Эй, Филиппе, мы едем к аванпосту возле Аманаки. С нами американка. Приходи к нам. Что за черт? Лиза! Пушку я не купил. Нужно ее освободить. У меня один пистолет. Иди, следом. Бля, я автомат не взял, надо было автомат взять. Подожди, я сбегаю за автоматом, пожалуйста. Ну-ка, с каким пистолетом мы сейчас поедем ее доставать? Три секи, дай мне. Я даже... А подожди, дай сбегаю к магазину. По идее, ж мне дали бесплатно что-то, правильно? То есть в магазине можно это посмотреть. Что желаешь купить? Показывай, что есть. А, так, а у тебя все то же самое. Не, так все нормально получается. Так, все нормально. Штурмовая винтовка. Вот эту. Экипировать. Сравнить, экипировать. 0-1 обвеска. Где обвески, посмотреть? Включай радиовышки. Если не включишь, все, покинь, я не смогу понял. Заказать снаряжение из дальних деревень. А там, поверь, есть первоклассная снаряга для тебя. Ну, мне надо, ну, хотя бы с автоматом, понимаешь? О, уже другое дело, как будто бы. Как будто бы шансов побольше появляется, нет? Что за аванпост, куда забрали Лизу? Аванпосты — крепости на острове Рук. Пираты Васа из них контролируют окрестности. Значит, будем драться? Да, и не зря. Спасая твою подругу, мы убьем двух свиней одним камнем. Мы воюем с Васом. Отнятый у пиратов аванпост — это ключ к возвращению острова. Сейчас бы снайперку с глушителем. Местность станет безопаснее. Все смогут путешествовать быстрее. Ты получишь возможность улучшить свои навыки воина. Кто в грузовике? Воин Ракет. Те Ракет, что живут в сердце острова. Татау даст их доверие. Слушай, я очень ценю твою помощь, но мне нужно спасти Лизу и друзей. И брата. Только так их можно спасти. Ты бежал из рабства. Ты выжил? Пора драться. Мы все одинаковы, Джейсон. Отличаются те, кто не действует. И это разница. Ладно, приступим. Как и ты, я когда-то был чужаком. Ты не одинок, друг. Мы дождемся тебя, чтобы атаковать. Джейсон, Деннис дал тебе Татау. Теперь ты должен драться. Друг! Okay. Ты можешь напасть быстро. Снять их на расстоянии. Или подкрасться. Выбирай сам. Ладно, я пойду попробую подкрасться. Насколько меня хватит, я их поснимаю. Но, скорее всего, потом это будет все очень сделано плохо. Нет же, у меня глушителя, понимаешь? Лиза, я иду. Беда в этом. Тут еще сигналка где-то есть. Надо сигналку отрубить. Потому что здесь есть бонус. Если тебя вообще не заметили... Ну, это, наверное, и в пятом Fallout'е такая же тема была. Ой, Fallout'е. Far Cry. Если снимаешь вообще, даже никто тебя не заметил, больше бонус. Если сигналку не подняли... Кто там, блядь, включит? Если сигналку не подняли, там... Чуть поменьше. Ну, тебя, если заметили. Ну и... Так. Ну... Помнишь, как я, да, люблю стелс? Обожаю просто. Это мой любимый жанр в играх. Я люблю стелсить. Да, отметь его. Ой, бля. Ну и пекло. Да где эта собака? Дай попробую. А ты сюда подойдешь? Заметил, должен подойти. Сейчас испытаем бесшумное убийство. А может быть и шумное. Иди туда. Меня уже трясет.
О, хорош. Жестко ты его, да? Может, калаш возьмем? Не знаю, хочу калаш. Наверное, возьму потом калаш я себе. Дай калаш сюда. Все, дай сюда калаш. Вот так. Я в таких ситуациях предпочитаю использовать оружие врага. Потому что ты можешь использовать их боеприпас. Давай, пускай он только отойдет подальше. Эти вроде не смотрят. В ту сторону, правильно. Тиаре. Интересно, сколько за обычное убийство дают? О, я могу его обыскать? Бля, пойдем обыскивать быстрее. Пойдем быстрее обыскивать, ты остался не обыскан. Драгоценный камень, хорош. Сколько здесь? А, во, еще один. Да, отмечу. Бик, отметил. Было просто, потому что я их выманил за пределы их зоны патрулирования. Камни же бесконечные, правильно? Иди на этот камушек сразу. А потом сюда. Черт, жжет словно огнем, когда я писаю. Надо было взять резину. Что это? Когда жжет словно огнем, это ничего хорошего нету. Надо было свою пипирку не сувать куда не надо. Пираты? Почему пираты? Вы пираты называетесь? Так, их двое вроде как. Ну, знаешь, в любой момент их может стать больше. Беда в том, что я не знаю, сколько их всего. Обычно я перед аванпостом любил провести хорошенькую разведку. Интересно. Хорошенькую разведку, чтобы точно знать, что, ну, они все. Откуда здесь кабан? Пойдет, нет? Собака. Я лучше назад сдаю. Я не знал, что она прям бегает. Я думал, она где-то сидит. Ладно, ну, как пойдет. Будь что будет, честно. Будь что будет. Мне повезет, если их двое реально осталось. Если их больше, ну, это плохо. Что есть шанс того, что я сейчас этого чикну? А второго просто сейчас, ну, чикну с автомата. Кто? Только собаки были. Че, жизни Дженнис Роджерс были, да? Хорошо. Наебать меня решили, значит. 500. Лиза, ты где? 500 опыта. А сколько максимум могли дать? 1000, наверное. Мне кажется, вот все-таки из-за того, что... Ну, он вроде как тревогу не поднял. То есть он не успел именно. Или успел? Короче, мы узнаем это, ну, в последующем. Мы Лизу сейчас пойдем обязательно искать. Но надо все обыскать. Что, я зря, что ли, сюда на пузе полз? Опыт. Опыт очень важен. 34, кстати, аванпост. Ты обратил внимание, да? 34. Ты точно... Ну, то есть это повторение одного и того же действия все очень много раз. Хорошо, как минимум еще 33 раза мы это сделаем. Нет, ты в безопасности! Ее здесь нет. А сказали, что сюда везут. Аванпост рядом с Аманаки атакован. Наша американка где? Пропала? Что? Она сбежала на запад этого сраного острова. Расскажу, когда доберемся. Сбежала? Она сбежала. А ноут моргал. Что-то можно было взять там. Джейсон, ты достоин носить татау. Спасибо. Достоин идти по пути воина. Да, спасибо. Я сюда только за другим пришел, но я это не получил. Мы нашли твоего друга в доме колониста. Доктор Эрхард на западе. Не бойся. Там безопасно. Доктор тебя ждет. На западе? А он не сказал кого? Нет, но мы будем искать дальше остальных. А, кто-то пришел? Узнаем еще, что вызову тебя. Не унывай, Джейсон. Ты понравился племени. Спасибо. Как-то, знаешь, так... Вроде как и радостно должно быть, но что-то на душе не радостно. И все, эта зона сейчас становится... О, побезопаснее. Надо сюда смотаться. Чистануть здесь. Короче, мы будем заниматься прокачками.
Прокачками, про эчками, про всем мы будем заниматься. Карту памяти, хлоп. Что тут еще? Сундук. Может продать что-нибудь? Быстрая продажа. 139. О, а это нужное, да? А это нужное, это не продается. Класс, мне это нравится. Давай попробуем еще раз. Я вот тоже подумал, я сейчас, наверное, возьму все-таки этот автомат. Попробуем с ним побегать. Вот как я как бы с калаша стрельнул, а шушение понял, как они происходят. А теперь будем как вот это оружие по шушениям. И знаешь, что я хочу? Так, новые вещи. В каждом аванпосте. Испытание ракьят. Пираты Васа. Так, а я что хотел сделать? Навыки. Навыки, вот. Одно навык есть. Так, у меня пооткрывались, кстати, другие. А здесь? Пооткрывались. Сейчас посмотрим, что. Частично поврежденные ячейки здоровья регенерируют на 50% быстрее. Улучшенная первая помощь и физическая подготовка. Ну, мне надо вот это. Ну, сейчас надо здоровье вкачивать максимально. Максимально надо вкачивать здоровье. Так, создание предметов. Вот, чехлы для оружия. Козел мне нужен. Все, ну, сейчас мы займемся, естественно, фармом. Где козел? Какой-нибудь. Так, это козел. Он так близко был. Он так был близко. Я ж лазил на эту вышку. Все, полетели за козелом. Извини, кабанчик, но шкура мне все равно, наверное, понадобится кабана. Ну, то есть, как бы ничего личного, честно говоря. Гадость. Шкура свиньи. Кстати, тоже это не кабан, это свинья. Вот, и, кстати, первая серия, на ней проверим, музыка здесь авторская или не авторская. Потому что я не знаю, я не врубал ее. Если будет авторская, я вырублю. Ой, не, еще не скоро мы это проверим. Я только что понял, что... Блин, летит вообще хорошо. Проверим мы это еще не скоро, потому что я сейчас несколько серий поснимаю, а потом только их смонтирую, потом только загружу. Поэтому, может быть, что только потом мы про это выясним. Но, если честно, мне как бы, ну, не страшно. Эти заявки, кстати, на авторские права достаточно легко оспариваются. Ну, единственное страшное, что, ну, в бан можно улететь, как бы на усмотрение правообладателя. То есть реально могут мне прям там предупреждение, что вы можете быть забанены, учитывайте это. Я такой, типа, да, все, норм, норм, давай. А когда нет, а когда не делаем, делаем. Так, теперь мне здесь где-то надо найти козла. Тут вот какой-нибудь бинокль бы вообще не помешал. Вот я в зоне действия же, да? В зоне обитания, скажем так. А это что? Сбор, припас. Мы, может быть, по таким доп. Заданиям тоже побегаем, конечно же, когда-нибудь. Но не сейчас. Мне нужна шкура козла, чтобы две пушки с собой таскать. И, конечно, хотелось бы, скорее всего, снайперку какую-нибудь. Я вот помню, очень снайперки мне здесь нравились. Пользовался прям часто. Вот аванпосты со снайперкой и глушитель. Все. Вот, ну. Да в Far Cry 5 вспомни, как я играл. Та же история. Где козел? Хоть какой-нибудь. Я говорю так странно, чтобы не подумали, что это я ругаюсь. Ну, я ж не ругаюсь. Называй вещи своими именами. Где хоть кто-нибудь? Залезу? Ну, почти. Ой, ты посмотри, я почти ячейку здоровья потратил. Пока она, кстати, не потратилась полностью, она регенерирует. Потом нет. А потом все. Да ё-мо, серьезно. Надо лезть наверх обратно. Тихо. Я услышал. Я услышал тебя. Тоже позиция неудобная. Много листвы.
Далеко не осмотришься. Тихо, тихо, тихо. Уже ближе, как будто бы, да? Да где он, ёп? Ну вот, наверное, он, но я не знаю, добьюсь этой... С этой дистанции, блин. Пробил, есть один. Хорош. Жаль, на быстром беге он не перезаряжается. Это очень плохо. Кто гавкает? Можно приготовить новый предмет. Да какой колчан? Тихо, патронаж. Стой. Вот, чехол для оружия. Есть, прочный. Шкура оленя. Давай длинные серии буду, да? Будут длинные серии. Все, Far Cry 3. Мы будем серии по часу сейчас делать. Будем делать серии по часу. Где-то я оленя видел. Вот он. Поехали за оленем. Будем делать. Когда не делали, ё-моё. Когда не делали. Главное, чтобы все по кайфу было, понимаешь? Вот, вот чтоб... О, тихо, тихо, тихо. Ой, не, я зря, 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 зря. Я надеюсь, сейчас у меня сохранилась моя шкура козла. Сколько у меня оружия? Кстати. Кстати, 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 кстати. У меня есть какой-то дробовик? Я могу дробовик купить. Не, давай. Что? У меня тысячи из... В смысле тысячи из тысячи? Я больше тысячи таскать с собой не могу или что? Как это? О, у меня есть хищник. Обвеска этого оружия отсутствует. Посмотреть варианты окраски. Подожди, экипировать не надо. Бля. Опять за козлом бежать. Ну, здесь, ладно, благо рядом. Вот тысяча из тысячи меня смущает. А куда мне потом деньги собирать? Стой. Я видел. Был бумажник где-то. Во, бумажники. Шкура свиньи. Да у меня есть же шкура. Я же взял одну шкуру свиньи на том этом. И меня и ту шкуру свиньи забрали. Да это нечестно. Я еще и... Да еще я умер, в смысле упал. Меня враг даже не убивал, понимаешь? Все, длинные серии, родной. Мы будем лутать все подряд. Мы будем собирать ресурсы. Мы будем охотиться на кабанов, на кос и на прочее. На свинью охотиться. Подожди, а куда? Я типа деньги не буду сейчас собирать? Так я не могу купить... Ты понял? Надо бумажник большой. То в маленькие бабки не помещаются. Не, ну мы сейчас заскочим куда... У меня и прокачки нету. Ах ты. Ты понял? Не, мне контрольные точки такие не нравятся. Ну, надо как-то контрольнее их делать. Ну, серьезно. Как-то сохранение нажимать. Ну, я надеюсь, что в то же место я сейчас приду и там увижу кабалку этих коз. Вот хуй тебе, Иван. А вот нету их теперь здесь. Как будто бы вон, нет? Козы это. Это волки какие-то, подожди. Давай, я сейчас я разберусь с победителями. Добью победителей, заберу ресурсы. Кто победил? Блин! Лечись, лечись, лечись! Меня сейчас хлопнут! Ну ты ж жесткий, ты кто такой? Ты кто такой, родной? Ты видел, ты чуть сразу всю хп не снял. Это собака! Ебать, собаки здесь пошли. Изготовьте бумажник, чтобы брать больше бабок. Тебе крышка! Да ну!
Так, мне нужно как-то это, шкура. Мне вообще, я здесь за шкурой козла, если честно. А вот это обидно. Ты понимаешь? Никаких бабок. Никаких бабок, бумажек полон. Блять, а куда его потратить? Ладно, погнали за шкурой козла, и обязательно шкуру нужно этой свиньи сделать. Я еще сейчас не залезу, скажи, да? Не, ну в какой-то момент, конечно, мое решение не всегда бывает умными. Но я залезу. Да нет, не залезу. Ладно, побежали в обход тогда. Бежали тогда вот в обход какой-то. Я еще и предметы продал. Можно было в предметах бабки хранить. Ну ладно. Механики понимаешь не сразу. Механики понимаешь вообще не сразу. Где-то здесь козлы нужно найти. Ой, кто-то меня опять палит. И кто-то рычал. Да ладно, вы че? Они реально, они с одной плюшки чуть ли не целую эту мою хпшку выносят. Все? Патроны закончились. Так, наверное, знаешь, что вернемся мы сейчас в деревню. Закончим серию, как-то сохранимся, патронов купим. Ой, я опять не той дорогой пошел. Я опять пошел не той дорогой. Так? Выживу. Все. Давай так, на этом моменте серию заканчиваем. Я сейчас залетаю в деревню. Трачу бабки на что-нибудь. Скорее всего, покупаю патроны. И идем искать. Ну, все, лутаться. Я буду... Вот в следующей серии прям активно прокачиваемся. Активненько будем прокачиваться. Все, спасибо, что досмотрел. Здесь понравилось. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Следи за моим каналом. Впишу много чего интересного. Счастливо, пока. До свидания.